Упал с 8-го этажа и чудом остался жив. Инцидент произошел 7 июня с рабочим альпинистом по адресу Добровольского, 83. Выжившему после падения, по полученной информации, 23 года, очевидцы говорят, что слышали сильный стук и видели, как коллега парня скрылся. Работодатель утверждает, что рабочий упал с 3-го этажа, но на видео видно, что на 3-м никаких ремонтных работ не планировали проводить. На месте работала скорая. О состоянии пострадавшего пока не сообщается.